Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Только вот этот человечек ничего не умеет делать. А ты забрал эти сами? Нет. Игорь, почему так рано? А где электрик? Закончили на сегодня? Да. Елена. Да. Я это не знаю. Уже две недели так работаю. А электрик куда поделал? Просто я уже две недели жду. Через три дня где-то то. Три дня здесь 300 литров. Если вы сможете нам помочь. Мы получили где-то один день. Так, должен постоять, а потом, знаете, будем продолжать. Это будет уже дороже, понимаете? Сколько? Еще дороже. Это его смета была? Да. Что? Ваше дело, Игорь. Не мое дело? Так смотрите. Электрика, уже неправильно. Все, тут не то, что надо заново делать, тут надо переделывать. Что неправильно? Ты хотела розетки вот там, вот розетки. Что неправильно? Я прошу прощения. Не, ну вы говорите, что неправильно. Люди работали, получили за это деньги. Вы говорите, что это неправильно. Что неправильно? Розетка работает. Розетка работает? Работает. Все. Тут, во-первых, нужно провести кабеля в гофру. Голые провода не должны находиться под потолку. Привязаны проволокой. Опять неправильно. Нужно пластиковый. И тогда все это будет стоить миллиард. Так? Что вы от меня хотите? Пожалуйста. Что вы от меня хотите? Сначала поговорим с ним, спросим. Мы уже говорили, вот человек работает, делает. Этот человек уже две недели работает, никакого результата. Я вам отправил мою смету по работе. Вы ознакомились, вы отказались. Опять мне звоните, я... В чем? Что вы от меня хотите? Давай послушаем его. И что-то решим. Потому что... Игорь. Это уже невозможно. Попал отбавиться. Подходи. Что, это тоже неправильно? Конечно, неправильно. Здесь можно сделать гидроизоляцию. Стены вокруг ванны. Вокруг ванны нужно сделать гидроизоляцию. Пол 100% гидроизоляции не будет. Я правильно понимаю? Тебя устраивает, что этот человек умеет? Он умный, знает, как делать, так? Я здесь ничего не понимаю, он все понимает, так? Давай сначала обговорим все, спросим в деталях, что... Что спросим? Он показывает цифры, которые я не знаю, это за что. Вот человек работает гораздо дешевле. А здесь, конечно, человек придет и скажет, что неправильно. Хорошо. Все, до свидания. Я все понимаю. До свидания. Почему ты так делаешь? Я привезла этого человека, я с ним общалась две недели, договорились, хороший работник. Вот, две недели договорились, есть уже работа. Это тоже, работа уже сделана. Можно там ходить договариваться. Это уже невозможно. Давай просто я этим займусь, я это сделаю, хорошо? Ну ладно. Будем ждать еще 2 месяца. Еще 2 дня и он доделает, да, Игорь? Ты уверен? Доделаю. Что-то мне кажется, что вообще будет 2 года ждать результата. Так, поехали. Так, Игорь, вы запаковываете, ключи есть у вас. Да. Почему вы так рано сегодня закончили? Поехали. Пожалуйста. Выключите свет, Игорь. Данил. Да. Можно, когда закончите, можно вас на секунду? Игорь, когда закончите, тогда и будет на секунду. Вы сполна, все.